Если ты давно хотел купить робуксы намного дешевле, чем в Roblox, или просто же прокачать свой аккаунт, тогда ты попал по адресу. Ведь сегодня я расскажу вам о сайте PlayerRock, где ты можешь легко и быстро купить робуксы и множество других предметов. PlayerRock — это надежный маркетплейс товаров и услуг, где ты можешь купить робуксы, и вот несколько причин, почему стоит выбрать именно его. Лучшие цены на рынке, и кстати, сейчас на PlayerRock действуют хэллоуинские скидки, так что не упусти свою возможность купить робуксы еще дешевле. Мгновенная выдача товаров, ведь после покупки вы получите свои робуксы сразу. Безопасность. PlayerRock гарантирует безопасность, и пока вы не подтвердите покупку, деньги продавцу не придут. И конечно же, поддержка 24/7. Ты можешь в любое время написать в поддержку, и они помогут тебе с любым вопросом в любое время. А также, ребят, в честь Хэллоуина PlayerRock запустили розыгрыш на 100 000 рублей. 20 победителей по 5 000 рублей, и вам всего лишь нужно пригласить одного друга. И до конца розыгрыша осталось всего лишь 5 дней, так что спешите. Сейчас я сам куплю робуксы и покажу, насколько же это просто. Заходим на сайт PlayerRock и выбираем игру Roblox, да? Конечно же, заходим в вкладку робуксы, смотрим и выбираем подходящий нам товар. Например, вот 400 робуксов за 399 рублей. Это дешевле, чем в Роблоксе. В Роблоксе оно стоит около 600-500, да? Так что переходим, нажимаем, кликаем и нажимаем кнопку купить. Кстати, сейчас тут страшная скидка 100 рублей, пока действует Хэллоуин. Нажимаем кнопку купить. И здесь покупка проходит через Game Pass, поэтому мне нужно написать свой логин, чтобы продавец меня нашел. Для этого мы пишем, что хотим через Game Pass и свой логин. Нажимаем кнопку далее. И на балансе у меня уже 1500, поэтому нажимаем перейти к оплате. Он выдал нам инструкцию. Теперь нам нужно создать геймпасс на сумму 572 робукса. Он даже оставил ссылку на видео, как создать геймпасс, да? Но я знаю, как его создавать, поэтому давайте сейчас быстро создадим геймпасс. Так, ребят, я уже создал пасс. Теперь мы пишем 572 робукса цену, и вот мы видим, что получим мы 400. Сохраняем, и все. Теперь у нас есть пасс. А вот он, PlayerRock, я его назвал просто по приколу. Теперь мы заходим в продавцу и пишем, что я создал. Теперь просто ждем, пока получим свои робуксы. Ну а пока продавец выполняет наш заказ, это будет где-то в течение 3-2 минут. Я давно хотел купить себе что-то эксклюзивное, так что давайте посмотрим на раздел скины, да, что же здесь есть. Например, что-то на Хэллоуин, кстати, сейчас Хэллоуин, например, вот такого демона. Это что вообще? Давайте купим себе демона. Погнали. 100 рублей, погнали, покупаем демона. Да, он просто нам выдал код этого демона. Теперь мы копируем код. Чтобы активировать код, заходим в Roblox, нажимаем здесь Gift Cards, да, Redeem Card, и вводим здесь этот код. И что мы получаем? И мы получаем демона. Давайте посмотрим, как он выглядит. Это что, это рюкзак? Да, ребята, это рюкзак. О, нормально. Также, ребят, тут есть другие игры, в которых вы можете спокойно себе что-то купить. Clash Royale, PUBG, Brawl Stars. Ну, короче, вообще все. От TikTok, блин, до GTA 5, как бы да. Также здесь есть аккаунт. Игровая валюта, например, гемы в Toilet Tower Defense, бусты, услуги, подписки, аренда аккаунта, прикиньте. Я в офиге. Обучение. Так, ну что, ребят, наш заказ выполнили. И теперь мы заходим в мои транзакции и видим, что мне скоро придет 400 робуксов. Так что все, ребят, это было довольно-таки быстро, легко и безопасно, да? Так что, конечно же, переходите на сайт PlayerRock, ссылка на этот сайт в описании и в закрепленном комментарии. Не забывайте, что сейчас тут осенние скидки, да? Так что бегом переходим по ссылке в описании. Ну а всем бум-бай, бум-диги-бай-бай, засыпай, любовь моя, засыпай.